Аварийный квартет. В воскресенье в Запорожье произошло ДТП с участием 4 машин. Автомобили столкнулись на пересечении набережной магистрали с улицы Тбилисской. В результате образовалась пробка. Движение по набережной было ограничено. В аварии никто не пострадал. На виновника ДТП составили админпротокол. Водитель автомобиля Nissan Almera не выдержал безопасной дистанции и врезался в автомобиль Deo Lanos, который срикошетил, в свою очередь, в автомобиль Renault. При ударе Nissan Almera отскочила от автомобиля Deo Lanos и при этом зацепил автомобиль ГАЗ. В результате в автомобиле разного рода механические повреждения.